Дорогие рукодельницы, все мы любим дарить подарки и очень любим получать подарки. Поэтому всем, кто вместе с нами провязал вактус-калейдоскоп и варежки-калейдоскоп, мы решили подарить шапочку-калейдоскоп. Сейчас я ее покажу, но условие подарка следующее. Вы на себе фотографируете, вот как я сейчас стою, вактус, варежки, показываете фотографию на своем канале со ссылкой на нас, связанную по нашим урокам, и пишите небольшой отзыв, что вам понравилось, что вам не понравилось. Если вы выполняете это условие, мы вам бесплатно даем возможность связать шапочку-калейдоскоп. Шапка непростая, она точно так же, как мы вязали с вами варежки, припосаживая на вашу собственную руку, точно так же мы будем применять хитрость. И шапка с узором калейдоскоп будет как раз любой модели, на которую вы будете ее вязать. Хитрость на хитрости. Хотите знать новые приемы? Выкладывайте в своем аккаунте все, что вы связали, пишите отзыв, и шапочка ваша.